Мои хорошульки, красотульки, привет! И мы сейчас приехали на рынок Халис Тургус. И я вас приглашаю просто пройтись. И хочу, чтобы вы мне помогли кое-что выбрать. Так, сейчас будем переходить дорогу. Посмотрите, какое красивое здание. Часы наверху показывают 20 минут после 11. И синоптики предвещают не скорую осень. Хотя у меня на градуснике было 4 градуса тепла. Когда я ехала в троллейбусе, то в троллейбусе показывало плюс 9. Да, вот тут такая аптека у нас. Обед дня 7.50. Посмотрите, как подорожало. Было где-то 6, а уже 7.50. Какое-то бистро. Угу. Так. Вот сейчас я перейду. Посмотрите, какое здание. Сейчас я перейду дорогу. Ребята, я сейчас нахожусь на базаре. Я все не снимаю, но вот тут я зашла. Тут можно купить кофе. Тут можно смолоть. И смотрите, и цена черный кофе €99. Посмотрите, тут даже стоит аппарат такой. Посмотрите. Который молит кофе. О, какой классный. А вот тут даже можно купить на развес. Подождите, что тут за кофе? Так, подождите, не вижу. Можно купить на развес. Вот в таких мешках, смотрите, кофе разное. Коста кафе. Кружечки такие красивые. Вот такие вот как бы пиалки маленькие. Это для... Вот это вот кружечки для эспрессо. Так, я сейчас скажу, сколько это стоит. Так. То есть 250 грамм 7,25. Тут же его можно смолоть. Кения. Ну, буду знать. Различные кофеварки. Буду показывать все интересное. Такое вот столики. Угу. Ребята, сало по 8 евро. Сейчас мне давали пробовать вкусное. Так, 6,90. Сейчас сюда посмотрю, что тут. Так, я, наверное, возьму кибинай. Так, здесь €89 с курицей. Такое мяско рубленое. Наверное, возьму вот эти вот. Некоторые полки просто пустуют. Я сейчас купила кибинай. И возьму вот это вкусненькое кофе. Попробуем. Тут различные консервы. Самое главное, что тут есть банкомат. Шведбанк. Так, вот это кофе.
Так, тут все занято, негде сесть. Так, мы будем пробовать кофе вот это вот. Депиш кофе. Вот это вот. Будем пробовать вот это. Так, 250 грамм, 7,29. Я взяла черный кофе, и мы его сейчас попробуем. А вот у меня слабость чашечки. Почем же эти чашечки? Какие легенькие. Ну, не вижу цену. Не вижу. Ну, смотрите, вот в таких желтых чашечках. Стакан воды попросила. И я купила кибинай с курицей. Сейчас покажу, как выглядит этот кибинай. Мне его погрели. Посмотрите, вот такой кибинай. Так, я, наверное, сейчас сниму пальто. Ребята, ну вот, это кафе называется Депеш кафе. И Депеш кафе, вот это желтая этикетка. Сейчас я его пробую. Вот такой вот желтой кружечки. И кофе, оно такое чуть-чуть с кислинкой. Ну, похоже чем-то на робусту. Так, мне дали воду. Сейчас я вам покажу, сколько это стоит. Кофе стоит €90. Вот такая кружка большая. И кибинай. Вот такой кибинай, очень вкусный. Мясо курятина рубленое. Ну, впрочем, сюда стоит зайти. Вот здесь продают мясо, но очень мало. Очень мало дела. А тут вот хорошая косметика. Российская. Российская, польская. Дезодоранты различные. Вот так. Ну, здесь такая одежда. Так, я там одни брючки присмотрела за 10 евро. И вот эти ничего, такие спортивненькие. Так. Вот это платье мне предлагали в Друсьенкай. Но я чего-то от него отказалась. Вот такие хочу. Я вам покажу. Там трикотаж с задней стороны, а с передней такой вот, как дермантин. Ну, вообще хочу. Такие присмотрела себе кроссовочки черненькие, легенькие. Ну, такие вот, смотрите, спортивные костюмы. Кто их любит? Мне такие не нравятся. Вот купальники уже вовсю появились. Ну, вот такие куртки. Ну, ничего нового. Вот такие вот. Платье, ничего нового. Я вообще такая привередливая и не знаю даже, что я хочу. Но то, что я купили, мы купили Друсьенкай. Здесь уже просто этого нету. Вот. И я хочу поехать 4 числа, 4 марта. Ну, перед праздниками хочу съездить.